Всем привет, это Каштанов. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня у нас будет реакция на «Сержант Братан», третья часть. В комментариях много пишут также, чтобы я посмотрел сериалы такие как «Секэ», по-моему, ну, скорее всего, так, да, звучит, и «240 часов». Думаю, я скоро приступлю к просмотру этих сериалов, но пока хотелось бы все-таки остановиться на «Сержант Братан», потому что это первый сериал, который я начал смотреть в формате реакции, ну и к тому же он очень интересный, прям, ну, как бы, захватывающий такой сюжет. И интересно, чем все это закончится, вся эта история. Ну все, давайте долго не будем говорить и приступим к просмотру. Кстати, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, колокольчик, уведомления, писать в комментариях. Ну все, погнали. Мне сказали, следующую серию можно посмотреть сразу. Давай конкретно. Инструкции еще. Все окей, не бойтесь. Просто надо пройти в описание прямо под серией и кликнуть на ссылку в первой строчке. Блин, прикольные, да, вот эти моменты такие, ну, необычные. Я первый раз такое вижу. О, помоги кингую. Не. Салтанат, саған не болған? Әкең өкпелесеңде, інің түт бірчем. Тумам, мен оған айтқам, өзі ғой шықпай қойған. Давай оларды босат. Папаң недавно ғана комадан шықты. Менде әке жоқ, танымайым оны. Ол ешқандай жамандық жасаған жоқ. В смысле жасамады? Мам, это уголовная статья. Он занимался вымогательством. Хорошо, что еле объяснила этому ағашке, забрал свое заявление. Болды. Оған тағы бір шанс беріп көр. Ол 23 жыл болды, комада жатты. Комадан енді ғана шығып, мына өмірге енді ғана үйреніп жатқан жоқ па? Туман, зачем ты с ним сюсюкаешься? Он и его этот друг Була как были бандитами и уголовниками, так и останутся. Мам, ол ешқашан өзгермейді, түсінші, пожалуйста. Короче, или сен оларды қазір жібересің, или таяқ жейсің. Майор майором, да? Но прежде всего она дочка своей мамы, а мама имеет вес, я так понимаю. О, мам! Ты была причем? Сам ты поздно. Джеки! Джеки, калай с ним! Еще раз подставишь братишку, или услышишь, что ты опять что-то мутишь, клянусь, я тебя посажу в тюрьму. Как раз там 90-е тебе понравится. Ты меня понял? Карта кипсовая? Қалай, семья, балашаға? Семья болды. Дай, қойшы өзің қалайсың. Жақсы. Сколько лет, сколько зим. Қуаныштымын, жәке. Сержан, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Не переживай, татешка. Все нормально. Не ғой, қарындарың ашқан шығар, е? Капец, қарын деген, шұр құрақ кетті. Я, мам, қарын асып кетті. Не, жүріндер үйде тамақ дайын. О, какой базар! Жәке, сен тамағың бар ғой. Офигенно! Да. Были времена, конечно, жесткие. Сейчас такого даже близко нету. Салаттан салып жесеңдерші. Жанар, Жәке. Алтынсың ғой сен. О, сен таңғалы бері, тамағың всегда дәмді. Бля, четко. Еті вообще, кайф. Ұнады ма? Жұмыстан әкелдің. Қай жерде жұмыс істейсің? Ойбай ау, мен ет сатып жүргелі 8 жыл болды ғой. Өзің немен айналысып жүрсің? Ай, біздікі жай.
тірліктер ары бері шақпылау. А, айтпақшы бұла? Сержан екен бір-біріңді қайдан тауы үшіндер? Сержан брата мен ангел хранитем сияқты ғой. Прикин, о дүниеден аман алып қалды. Қалай? А? Буквально. Там, жанарка, проблема мен кейінгізде көбейіп кетті. Сосын жынданы барақшы мойныма арқан сап, пу. Че? А, ұйықтап жатқан жерімен оятып алды. Сендерді бар ғой, бір дастарқан басында көрген өте қуаныштымын. Шүркінай осынайда бір 100 грамм болса, да, братан? Я какой-то 100 грамм. На, 100 грамм шайдан шы. Ё-моё! Нағарайындар, алдындағы инстаграмға салған видео интересіне шығып кетті. Біз трендтеміз, активистейінен орып тұр прямо. Үй, мұнау неме? Төбелес па мұнау? Жүрі. Не ғой, вайын ғой. Может, бірге вайын түсіреміз? Вайын деген немене? Вайын деген не ғой? Ну я так понял, да? Это драку, что была во второй серии, он залил, да, в Инстаграм, я так понимаю. Но потом это, по-моему, ну мне кажется, это всплывет, и ему будет нифигово так. Интернет-то юмористический видео, да? Кайсан, ералар сияқты прикол ма? Ну, типа сондай да. Прикольно, братан. Братан, ойлаш, қартайғанда звезда боламын. Дерсін, скетч, ералаш. Городок держать надо, а не снимать на видео, бля. Жарай, жігіттер, сендер өздерің отырып, асықпай тамақтарын шеберіңдер. Мен барып, төсек сала берейін. Жанара. Ау. Сержан, братан. Бүгін сендердің де қонсам бола ма? Да, конечно, какой базар? Е, әрине қон. Ержан балам, ағаңа осыны төсек салып берсей ма? Братан, бағыттысың ғой сен. Алтын ғой сен, Жанарым. Бля, була. Тыныш отырып, нормально, тамағым ішейікші, бля. Интимчиком попахивай, да? Че, да ладно, заснул что ли? Татьяшка, убери руки. Ты что делаешь? Ту, Серж, Татьяшка, димиш. Пертурли следики. Вообще-то миссия на Елим. Но он просто еще не отошел от комы, скорее всего. Не, ты что, не понимаешь, с одного раза? Я сказал, блин, убери руки. Ту, Серж. Ну, Серж, Сержик. Ну, не был-то. Ну, что такое вообще? Ну, а что не спишь? Прикинь, я хужок, братан. Мой нам капец. Давай на двоих. Мужики из 90-х, да? Игры из 90-х. Лопату возьми, запарил. Че, куда ты прешь? Моя звезда, Не ори, блин, щегла разбудишь. Че остановился? Поставь на. Во-во-во. Что там, братан, ойландың, да? Еще чего?
интернетке сүрөтүн эрлаштай там. Да, блин, детский режим, не серьезно что. Я, братан, не деген жесткийсің, ей? Балан кішкене қолдап қойсаш. Көрдің ғой, қалай өзі саған тартылып жүрген. Бағана мен турада қалай өзін достойно ұстады, да? Бала емес пе, кішкене молодец деп арқасынан қағып қойсаш. Ладно, посмотрим. Жанара, рахмет саған. Тура бөпе сияқты ұйықтадым. Жақындарым жанында оянған қандай керемет. Оқасы жоқ бұла. Сендер тамақтарыңды асықпай іше беріңдер. Мен жұмысқа асығып бара жатырмын. Давай, давай. Аға, міне. Бағана айтқан селебрити осы ғой. Қарашы қандай әдемі да. 16700 подписчигі бар. Ол көп па? Жоқ, конечно көп. Звезда ғой ол деген. Сенде қанша? Да, менде там 310 подписчики бар. Ну, қосылады скоро. Да-да-да. А ладно, аға, міне, қараңызшы, Сәуле Бьюти. Қандай әдемі, иә? Ана. Мынауың шымара сияқты ғой. Шынар емес, аға. Сәуле ғой, Сәуле. Шымара. Проститутка. Он даже не знает этого слова. Нормальный қыз ғой. Қызың ба не? А? Да нет, жоқ. Жаның шығып кетті ғой. Салам, пацаны. Салам, братан. Қайырлы таң. Ну чё, Шиго? Ерлаш сүреміз ба? Да? Серьезно? Офигенно! Круто! Давай түсірейік. Инстаграмды жаратын боламыз. Так, подожди. Как ты сказал? Инстаграм, инстаграм. И чё такое? Инстаграм, ну... Қалай түсіндірсем болады. Андай ғой. Фотоальбом бар ғой, фотоальбом. Тура сондай, только телефонның ішінде. Там фото бар, видео бар, вайн бар. Вайн я помню. Сен айтқан сайды, как ералаш, да? Да, 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 ералаш. Но только оған адамдар лайк басады. А что такое лайк? Лайк этот... Лайк андай ғой. Ералашты көрген адамдар ұнаса, ну типа рахмет лайк басады. Мен сізден совет сұрайын деп келіп отыр едім. Өзі айту қайда ыңғайсыз. Мен күйеуім маған әйел ретінде мүлдем қарамайды. Жанар, ну... Он же только вышел из комы. Период адаптации требует определенного времени. Жоқ, мен оны түсінем, білем. Мен жақында гинекологта болып едім. Маған айтады, биылдан қалмай бала көтеру керексіз дейді. Әйтпесе мүлдем туа алмайсыз, өзіңіз білесіз ғой, возраст дейді. Ал мен бала туғым керек үшін. Сержан маған мүлдем қарамайды, мен оны 23 жыл күттім. Ну, я думаю, действительно, период реабилитации, да, все будет, надо немножко подождать. И, кстати, хотел отметить, да, вот сейчас сколько, прошло половина серии практически, да, и эта серия такая немножко лайтовая, то есть первая и вторая серия, там такие прям жесткие завязки были, прям такой как бы криминал, да. А сейчас такой немножко как бы спад по напряжению и, ну, просто как бы такая, смотришь, как жизнь у них, да, мирная налаживается. Надеюсь, что к концу серии будет что-то интересное, прям такое, как бы... Ну, короче, давайте смотреть. Я... Шавдайн Схейникин. Конечно, я могу выписать препараты для вашего мужа. Но это будет опасно. Организм у него не окреп. Он же как ребенок.
заново открывает для себя свой мир. Хера себе ребенок, да? Если вы хотите пробудить в нем какие-то чувства, может, стоит попробовать создать для него атмосферу 90-х? Ну, чтобы обратил на вас внимание. Калай? Вам надо стать объектом его желания. Вспомните, как вы первый раз встретились. Как вы выглядели на первом свидании. Может быть, это поможет. Каждый фото и видео геолокация койголот. В смысле? Мынау аркылы адамдардын кай жерде жүргөнүн билге болот. Геолокация даже опасна. Неге? Ойлонсан шенди. Форточниктер геолокация аркылы сен бакылап отурат да, сен хатада жок кыз үйүң баарын тонап кетет. Правильно? А еще хэштег деген нерсе бар. Слушай, хватит информатики. Суть поняли. Я лайк саган. В общем, мынандай бир вайым бар. Скамейкада экөөңүз чемишке чагып отурасыздар. И тут мен келем полицейский формада. Хулиганы, мусорду мусоркага тастаңдар дейм. И тут сиздер мени мусоркага тастайсыздар. Ну чё, калай? Слушай, Шиго. Чё-то я тебя не понял. Обоснуй за свой вайн. Сиздер түшүнбедиңиздер вайнды. Түшүнбейтин неси бар? Получается, мы чё, какие-то быки, что ли? Жок, мусорда, мусорка, типа каламбур сяктой. Каламбур, слушай, по факту, мы не правы. Мент келді ескертті бізге. А біз мусорим сидим даже. Слава бы? А? Ну, а он нормальный пацан шығар, да, дұрыс па? А мы его ни за что зашкварили. Получается, мы беспредельщики. Так же? Жок, сіздер, вообще түсінбедіңіздер. Просто бұл... Түсіндік. Нормально, да, по понятиям раскидали. Ол туралы ералашын түсірмей қой. Түсіндің ба? Кешіңіздер, егер ренжіп болсам. Ну, онда өздеріңіз басқа бір вариант айтыңыздар. Вариант. Вариант, вариант. Вот, братан, саған вариант. Помнишь, ана, 95-ші жылы? Бір бизнесменді прессовать етіп еді қой, есіңде ма? Че, есімде жоқ. Ана бизнесменші бидаймен айналысатын, который. А, вспомнил, Найманба. Я сол, сол. Прикольно. Приди по группе голос, братан. Рахмет. Ас болсын. Че там, ешкім жоқ па? Жоқ, ешкім жоқ, нормально. Ну-ка, давай, рассказывай. Че за повод? Сен бұрын бойын болушы едің ғой бұлай. Мен бүгін врачқа барғам ғой. Сол айтады, сержанның желаниясын ашу үшін, типа, 90-шы жылдардың образын жасау керек деп совет берді. Просто бар ғой, сержан маған вообще қарамайды. Он чё, охренел, что ли? Сен оны сонша уақыт күтесің, уайымдайсың. Ал ол саған вообще внимание обращать етпей жүр ме? Жанар, 23 жыл. Аз уақыт емес. Сен 23 жылда жігітіңді армияға 23 рет жіберіп, 23 рет күтіп ала аласың. Самал, оны да түсінге болады ғой. Ол да недавно комадан шықты. Ой, не защай его, пожалуйста. Жанар, какая же ты дура. Ох, шить, подруги, да, советчицы. Сол үшін уайымдайсың, өле жаздайсың. Қайдағы бір бандит үшін. Сен кішкене жан жағына қарасаңшы. Біздің директор, Бахрам әка. Сен соңынан жүгіргенде қанша уақыт болды? Какой мужчина. Богатый. Умный, щедрый, узбек, классный. Самал, не айтпейтін сен? Қайдағы Бакрам екен? Менің күйеуім бар емес пе? Ай, қойшы сол күйеуімді. Ай, 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 той шашымды күйдірдің қой. Әкеші өзім ақсыйым. Күйеуіңе барып істейші.
Нахер такую подружку. Жизнь или кошелек? И сколько здесь? Чизман? Да. Проходим. Поехали. Да, подожди. Сен руынгы мя шегу? Найман? Найман? Да ну, блин. Вот это вайн, это я понимаю. Молодец, классный вайн сняли. Давай вот это, еще шашлык принеси. Махмуд, давай. Я все понял, будет сделано. Ты че, Щегола, загрузился? Кто-то умер? Блин, что-то подписчики мне, он номер лантерт. Жаман комментарийлер жазып жатыр. Ну-ка, оқыш. Чё за не смешные шалдары, чё за өтірік бандиты, я бы их всех с одного удара ужатал. Вода, веселье начинается. Читай. Братан, керегіміз настрен құртпай қойықшы. Я сказал, читай. Ой, керегіміз это. Они снимают А стыдно мне. Кто-нибудь выколите мне глаза. Ержан Вайнс, твой отец, такой же мал, как и ты. Так. Давай рассудим ситуацию. Чего? Их на что-то кинул, что ли? Нет. У тебя были какие-то там непонятки с ними? Нет. Говори правду. Человек не может просто так оскорблять другого человека. Теперь можно. Серьезно, это мне вообще там мой молод. Точно? Да. Ну, значит, это беспредел, бля. Ну, это интернет. Здесь все так делают. Ну-ка, покажи. Поехали. Кайда. Найдем этих беспредельщиков, поставим на место. Кайда, с удовольствием. Хит, бро. Жалко, что у него сил не хватит, но это как бы объективно, да, столько в интернете говна каждый пишет и вообще никак бы, ну, никакой ответственности за это не несет. Признаюсь, у меня тоже был такой грешок, как бы все мы не без этого, да, но в целом я стараюсь все-таки, если есть какой-то негатив, просто ничего не пишу, ну, как бы, нежели там кого-то обсирать. А, кстати, в комментариях порой бывает ко мне тоже негатив, я как бы к этому так просто отношусь, ну, как бы, собака лает, караван идет, ну, все такое, ну, как бы, никак это не цепляет. Да еще сюда. Так, по геолокации он сидит здесь, в этой кафешке. Осло это ого болот, братан, Берн. А может не надо, ничего страшного? Кираси, да, он быстро разобрался. Много не базарь. Узнал. Надо. Вот-вот, я про это и говорил, да, то, что как бы начало серии такое немножко лайтовое, такая, ну, типа, семейная жизнь, все дела, а под конец начинается веселье. Чего надо? Кит. Давай, иди уже тоже. Не узнал до сих пор нас, да? За что, ага? Это же мы, блядь, не смешные шалдары. Короче, братишка, я тебе объясняю, за ситуация в жизни или в интернете, блядь, не имеет значения. Оскорблять кого-то за глаза, это не по-пацански, на. За действия, за слова нужно отвечать. Ты мне понял? Понял, понял. Понял, да? Да, понял, понял, ага. Блин, офигеть, да какой крутой посыл. Это как бы...
вроде и такой интересный сюжетный ход, но в то же время, мне кажется, это адресовано, ну, в немалой степени и как бы нынешним аудитории, нынешнему поколению, которые, ну, как я уже говорил, могут там поливать вообще просто как бы не боясь ничего. Что он делает? Агашка, что ты беспределишь? Что, права купил? Это ты ярвал 3/7 в интернете? Да, что? Это ты беспредельщик! Так, позови этого, как его там? Саншайн Кейзет. Да, это я. А что случилось? Это ты написала? Выколите мне глаза. Ага, на Вайн, что ли? Ну да, это я. Это мое личное, субъективное мнение. А что, вы против, что ли? Чан? Не был? Пердусло? Вот не знаю. Ты, блядь, чмо, следи за своей бабой, нахуй. Чего она просто так людей оскорбляет? А чиктыр, кишиндыр. Мину мы сөйлесем. Была ян хайталам бэд. Давай сөйлесем. Ты пигмент? Ну да. Лови, бля. Да, жестко. Ты меня и моего щегла назвал малым, блядь. Ты чё, охренел, что ли? Извините, я больше не буду. Я буду ваш комментарий лайкать. Друзьям буду советовать. Еще раз буду лайкать. Извините, пожалуйста. Кабан, мало будет твоих лайков. Понял? Цепочка, да, ушла, походу? Цепочка, калай, братан, зараз сама? Да, клево. Уважаемые, пройдите с нами, с вами хотят поговорить. Вы кто такие? Поговоришь со своими тёлочками на свидание, понял? Брат, давай без лишних слов, а? Серьёзно, ребята, из нашего времени. Ладно, поговорим. Не, ну я верю в сержана. По-любому сейчас раскидает еще, с респектом уйдет оттуда. Ай, пап. Твою мать. Джир. Что надо? Ты что беспредельщик моего сына избил? А? Послушай, уважаемый, твой щегол первый допустил. Порядочных людей за глаза не за что оскорбил. Теперь еще и за паханом прячется. Ты откуда такой дерзкий нарисовался? Да я тебя за сына завалю. Я тебя завалю за сына. Ты что, бессмертный, что ли? Ну, допустим. Мужичок, слушай, ты что, думаешь, я просто к задней дам? Подожди. Опа. Сержант, братан, ты что ли? Опачки. Вы знакомы? Это же я, Алмаз, Алмаз Базарский. Мазя, ты что ли, блин? Ну я, хера себе, вот это поворот. Вообще, я слышал, что ты умер. Ту-ту-ту, сплюнь. Вот вышел из комы, двигайся. Твой сын? Да, мой пацан. Мазя, не обессудь. Твой сын первый допустил. Ты же меня знаешь, я просто так не буду прессовать. Не, брат, в тебе сомнений нету. Давай решим этот вопрос по старинке. Какой базар? Давай. Да, сейчас поколение очень слабое. Не говори. Они даже друг другу вещи не нанесут. Смотри. Дерутся, как тёлки. А в наше время раз на раз позрелищнее было. Согласен с тобой, брат. Наши драки были поконкретнее. Хабиб с Макгрегором отдыхают.
Это кто? Извини, брат. Я забыл, ты же только из комы вышел. Ну, бля, кто так бьет? Да не, ну, такая драка немного карикатурная. Все-таки, ну, помахаться-то можно и посерьезней. Ай, шаван катал. Может, мне в больницу надо? Тебе в спортзал надо. Дерешься, как баба, бля. Позор. Да все нормально, братан. Как говорится, шрам украшает вайнер. Эй, шигал, она была нахтырнав жесли? Өзі өбірін істе болады. Ай, бәлі, өзі өзі өзі. Біздің кезімізде даже қыздар тұрнамайтын. Саған двойшканды қойып, жақсылап төбілес үйрену көріп. Да, братан? Айтпа дейін болы. А сейчас 90-е, да, в квартире встречают? О, сәлем, жігіттер. Бола, сәлем, қалайсың? О, жақсы. Ей, балам, бесіге не болған? Менде бәрі нормал, сізге не болған? Маған не болыпты? Менде бәрі отлично. 20 лет скинул просто и все. Күштіле отырып, тамағынайды қойып. Бұл кірсеш? Не ма, төрлет. Жүр, жүр, жүр. Кір, кір. Жүр, ол балам. Есен де бір. Так, подожди, пойдем. Не болды? Пойдем, отойдем, отойдем. Жүрсеш? Поговорим. Сержан? Не болды? И че это такое? В смысле? Че ты так выродилась? Как? Ты что, студентка, что ли? Возможно. А что, тебе не нравится, что ли? Конечно, не нравится. Ты выглядишь глупо. Нормально шумот кандгишвар. Иди, иди. Алло, кызым? Ау, не болды? Е? На салта звонок. Алло. Иди, иди, давай переодевайся. Я смотрю, ты по-хорошему не понимаешь, да? Теперь я точно тебя закрою. Я тебя предупреждала. Так, ты успокойся, что случилось? Успокойся? У меня сейчас сидит потерпевший качок, который пишет заявление на тебя, на Булу и на братишку. И ты мне говоришь, успокойся? А я все понял. Этот качок не сказал, почему мы на него наехали? Да, сказал. Из-за какого-то дурацкого Вайна Ержана. Чего пытается реализоваться, а его в комментариях грубо оскорбляют. Базара нет. Если я что-то допустил, без проблем сяду в тюрьму. Но я считаю, был прав и действовал обоснованно. За семью. Ну давай уже, все. Прям какая-то неприступная. Так, Амирханов, дописали? Дописал. Ну что, вы их нашли? Да, нашли. Такие дикари должны сидеть. Они опасны для общества. Тихо, успокойтесь, Амирханов. Мы приняли ваше заявление, будем рассматривать. Не переживайте. Но здесь одна из загвоздка. Они могут написать на ваше встречное заявление. В смысле? Ну, оказывается, весь конфликт начали вы. А согласно статье 131 УК РК «Оскорбление личности», вы можете быть наказаны до 100 МРП, либо привлечены к общественным работам до 120 часов. А потом нам придется поднимать весь архив, и, скорее всего, вы оскорбили еще кого-то своими комментариями. И они захотят на вас написать заявление. Либо я могу любезно попросить их ничего на вас не писать. А вы же, в свою очередь, напишите отказную. И все разойдутся мирно. А цепочку? Ну, цепочку мы вам вернем. То есть вернут. Оговорочка, да, такая? Я согласен. Мне тамах тагайын. О! А, тамах тагайындар? Жанараның пловы деген. Ой, бұл сен өтірік мақтамаш, а? Ой, өтірік. Жанара. Ну что, халай? Не халай. Кадр жопа трюм голодим. А, ну конечно, о, лучше. Рахмет. Салбисей, что махтан? Эй, шо, ты че так радостный, а? Пыргынды, 700 подписчик косыл.
И вообще ладит ватер. А? Комментарий. Комментарий вот все хорошие прям. Красава. Ну, и болса, давайте. Біздің Шиголдың бірінші смешной вайнышын алып қояйық. Давай! Я не понял, блин. Что, серия закончилась? Думал, все закрыть, что ли? А? Не-не-не. А за тебя следующий... Даже и не думал это делать. Я, что ли? Короче, ничего не знаю. Переходи по ссылке. Под видео. Понял? Так, ну, я думаю, вы сами все видели. Крутая серия. Такая, начало такое немножко, ну, спокойное, да, и потом все во второй части просто все развернулось и, ну, круто. Так, ну все, давайте, времени уже много, не будем долго болтать. Скоро будет у нас реакция на сериал Секе. После пару серий, я думаю, потом продолжу снимать Сержант Братан. Ну, в принципе, все. Давайте все, всем пока.